друзья, сегодня у нас вторая часть «Выживание бомжа в России». О, боже, друзья. И что? Друзья, а где телевизор? А где сыр и все? Мед? А, друзья, нас ограбили. О, боже. Хорошо, что мои вещи не украли. Из отеля все украли. Хотя это тоже мои вещи были. Ну, я знаю, почему это не украли. Это самые дешевые ноутбуки. Они очень быстро сломаются. Друзья. Ну, и блин. Как же мне уже от этого плохо. Потому что у нас дверь деревянная. И постоянно можно всем зайти. Друзья. Ну и давайте пойдемте в магазин покупать мой столик, который я хотел еще в прошлом видео. Но столика пока еще не привезли в магазин. Но сейчас мне сообщили, что столик привезли в магазин. Смотрите, заходим, и здесь где-то должен быть столик наш. Он ждет. Вот, берем его, наш столик. И отдаем последние наши 9 изумрудов. Ну, и так что работы у нас уже нет. Это были единственные 2-3 человека, которые с нами согласились. Потому что другие, они просто убегают от меня. Они хотят, чтобы у них нет работы, тоже как у меня. Но у них есть дом. И у меня есть дом. Но только не очень, конечно, друзья. Не очень, друзья. Ну и давайте будем делать ремонт. Ремонт. Сюда вместо этих книжных шкафов делаем этот столик, хотя вот так, да, друзья. Давайте сядем. А может этот диван снести? Давайте снесем диван и продадим. Опа. Ну, друзья, вот так вот стол ставится, к сожалению. Вот. Вот так же столик поставили. Друзья, и теперь нам надо все наши штуки поставить туда. На столик. О, друзья, какое разогорчение, они не ставятся. Мы купили кухонный стол. Ладно, друзья, видите, ничего не может ставиться, блин. О, боже. А, ну, вот так что. Друзья, я схитрю, наверное. А, нет, нельзя. О, блин, ну, будет столик такой, да, декоративный столик. А, о, у нас даже эти сперли. Какие воры проклятые. А, давайте тогда сюда сырчик и туда. Все, вот так вот поставим. Тоже нельзя, ужас какой-то. Давайте я пока поставлю на паузу. И пойду поищу в разных магазинах. Давайте. Увидимся. Так, друзья, короче, я со всем этим разобрался. Короче, ко мне полиция приехала, да. И сказала, и вот мне следствие дало. То, что... потому что
воры тут приехали, их наказали, посадили в тюрьму. А мне тут в квартиру вот такую штуку взяли. Смотрите, какая красивая. И еще мне, я обменял, и вот такой столик я купил, точнее обменял на тот столик. Ну, друзья, сегодня мы купили столики, нас грабили, но все остальное было очень дорогое, поэтому не смогли все возместить. И мне просто так вот дали вот такую штуку, потому что у меня ее украли. Ну, даже еще лучше. Ну, друзья, если вы хотите третью часть, пожалуйста, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на канал. Я вас очень прошу. Пожалуйста, прям всем сердцем говорю. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Вам что, так сложно, что ли? Просто заверните видео, подпишитесь на канал. Ну, всем пока. И с вами был Космик. Майнкрафт.